Еще один островок безопасности появился в столице Чувашии. На улице Хузангая около школы номер 20 работает солнечный светофор. Его установили в преддверии нового учебного года. Отсутствие зеленого и красного цвета. Постоянно мерцает только желтый. Таков механизм работы светофора нового образца. Его устанавливают в местах, где всегда много пешеходов. Наличие желтого цвета на дорожных знаках и пешеходных переходах позволяет водителю быть более внимательным и днем, и ночью. Светофор предупреждает о близости перехода и необходимости снизить скорость. Он работает круглосуточно. Питается от солнечных батарей. Такие светофоры уже есть на улице Чернышевского, на бульваре Митова. Они доказали свою эффективность. Количество ДТП на этих участках снизилось.